Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в GTA 5. Ну-ка, давайте-ка, вот у нас... Так, а там какие миссии есть? Вау, целых 7 миссий. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Какие миссии есть? Так. Что-то я не вижу, чтобы эти были. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 4. Я хочу у Тревора взять задание. 5, 6. Где 7-то? Ладно. Черт с тобой. Так, S или L? Давай вот сюда. L это что, Лестер? Соломон. Давай к Соломону. Соломон Грант. Ну, садись и твою что. Дивизию. Зачем такие тяжелые игры делать, если у многих пользователей... У многих пользователей... Видяха не позволяет. Да какое... Хоть 10 раз усрись. Видяха не позволяет тащить, а блин. Ну туда, ладно. Поехали. На. Так, так, так. Сюда. А у меня машина бронирована, походу. Ну раз прокачана, да, должна быть вроде с броней. Хотя она вроде гоночная была, броня там не находилась. Вот тот уже. Так, что за дела? Напустили на меня какого-то жирного старого мудака. Да ты герой. Тебе помочь? Отвали, Джонни. Избили пожилого человека. Ну давай. Разберись с этими подонками. Ну давай. Эй! Here's an old man who might hit back! Блин. Почему ты к этой машине-то побежал? Убейте Рока. Да ж твою мать-то мне, блядь, из-за того, что он глючит, ни хрена выйти не могу. Машина не моя еще. Давай. Вот, вроде вышел. Напрямую. Давай. И начинается геморрой. Так, а в красной машине он? Куда же ты, сынок? Все. Покиньте сектор. С удовольствием. Так. Да. У меня всего лишь паралич, а ты вообще ничего не чувствуешь.
You're throwing me softballs. Rum runner. Так. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael. Maybe I wouldn't be in there. Хорош уже базарить. Так. Вот сюда. Да, конечно, да, конечно, да, конечно. Да. Бу, блин, дерево вонючее. Задание выполнено. Да, выполнено. Господи. Эх, не получилось. Давай, 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 давай. Вот сюда, сюда, сюда. Вау! Ну-ка, давай посмотрим. Все, поехали. О, прикольненько такая машинка. Давай, Соломон. Наше имя уже в титрах фильма. Хорошо. Может, мечта избудется. Снимать фильмы или сниматься в фильмах, что ты там хотел. Давай, на! Блин, успел он проскочить. Ну вот другое же дело. Другое дело. Сразу видно. Так, минутку. Едем, едем, едем. Еще немножечко. Блин. Да ты издеваешься, что ли? Это что, ментовская машина была, что ли? Из всех машин ударился именно в нее. А из-за того, что убегаю, вообще две звезды. Так. Да подождите вы. Вот так вот. Да спокойно вы. Вот так. Вот такая фишечка. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself. И мне нужно изобразить из себя текстильного магната. Так что ты вообще все. В Америке никто не вызывает больше подозрения, чем тот, кто реально готов сделать что-то толковое. Боже. А у тебя что? О. Да Тревор, мать его. Проблема у нас. Бред. Ну да, еще тот. Но с федеральным хранилищем у нас все равно теперь не выгорит. Без него мы ничего не сможем, особенно теперь. О, вы тут, слава богу, вы одни. Дэйв, а где твой дружок Стив? Направляется сюда. Да, они тут.
Короче, сейчас все накроются одним тазом. Это самое место. Над нами всю жизнь висит. Нашел чем удивлять. Решил для меня это дело, я сделаю так, что мистер лентяй... Меня ждет тюрьма, а вас пуля. Я сто раз это слышал. Ну что ж, теперь это точно. Он вам рассказал? Ну да, разумеется. Он сказал, что если мы сделаем то, что... то вместе одолеем страшного серого волка правительственной коррупции. Ага, если нет, то нам всем вилы. Потому что управление не дремлет. Да даже в нашем родном бюро нашлись идиоты. Я, мол, обманщик, изменник, убийца какой-то, еще и вор. И что? Кто-то знает. Вот вы, ребята, и разделайтесь с этим. Так что всем надо? Чтобы Лестер взял систему и там все... влез в систему. Короче, вот этот рыжий хер обманывает тех, обманывает этих. Тварь такая еще та. Вот сейчас бы его пристрелили бы, и все, и никто бы ничего не чухнул. Давай. Тогда так. Мы все сделаем и будем с тобой в полном расчете. Точка. Разумеется, я человек слова. Да сейчас, ага. Никто в это не верит, нахуй. Как ты можешь в это верить вообще? Ты вроде умный парень, головастый. Как ты можешь в это верить? Чего-то не понял. Господи, это такая машина, что ли, блин? Я думал, какой-то баг. Take us to the FIB building, parking lot entrance. Так, ФБР со стоянки. Так. Но перед этим-то подожди. So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. Надо закупиться. We're going in through the parking lot? No. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in? Пока сиди здесь. They just keep retreating and retreating. Why do I even pay dues? Так. I know. You gonna be very long? I need to drop a deuce. Все. Эх, что у нас там? Патроны. Патроны. Ну что можно? Так, это что у меня? I also sell a kit for filing off serial numbers. Now that is quality right there. До скольки он добирает-то? А, у этого другие патроны. Ну давай, до 5000. Не, подожди. Ну вот винтовки-то мне хватит. They, it'll be dead before it hears the shot. Ага, вот они, патроны-то были. Патронов. Вот к нему-то надо до хренища. Так. Вау. Ну вот а расходник-то вообще колоссальный. Навряд ли, конечно, буду этим пользоваться. Так, ага.
Never killed a man. Да подожди, у тебя автовик нахуй. Давно не закупался. Хотя стараюсь пользоваться одним пистолетом. Давай. Господи, как все дорого. Ну, 2000 мне пока хватит. Это что такое? Ну ладно, думаю, пока мне хватит этого всего. Бронежилеты мы уже посмотрели. Давай, садись. The janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So we find one of these guys, we turn him, and that's our end. Okay. Their particular guy? I'm in the temp company's database right now. Found a guy about. Интересно, так если бы я на Болите приехал каком-нибудь. Let me see. Куда бы он залез? License plate 83QSL722. We'll follow him, see what we think. Sounds good. Так, ладно. Сюда, сюда. Вот сюда. Куда, куда, куда? Господи, это что, центральный вход, что ли, здесь или что? Дождитесь машины уборщика. Мы на месте, теперь ждем его. Мы ждем. Давай. Something's coming. Nope. Нет. So what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they all have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Да, верно говоришь. Выбор-то всегда есть. Всегда. Ну где эта тварь? Here we go. Начинаем. This is not the car we're looking for. Это не его машина. So what do we do? Так что нам делать? What can we do? We do the job. Тут сделаешь? Мы выполним эту работу, и может по дороге тебе удастся стереть наши файлы. Возможно, как мы выйдем из игры, выйти из игры, именно это мне и нужно. Ну давай. What's this? Этот? That's not it. Нет, не он. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget, maybe leftover cash from the Polito Sport. We need something. Yeah, see what you can do. Ну посмотри, что у тебя там получится. Давай. That's it? Это он? Not our guy. Не, не он. Твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй. Уехал. Так, ждем. Давай, следующий, сказал заведующий. Вот это, наверное, должен быть он, потому что на скорости выехал. There she is. Вот он. You know the drill. Ты знаешь, что делать? Держись на два корпуса позади.
What's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Ну давай. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you keep this car behind that one in between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. I just spoke with Agent Haynes. We got the budget to pull this off. Good. Ты чё, уродец? Меня что, отсекают, что ли, от него? Вот так. Сюда, 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 поехали. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation. And maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate, you know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Следим за ним, следим. Следим за ним, следим. Не надо его пугать. А то потом за ним гнаться. Терпение. Терпение. You got a siren you want to turn on as well? Может, сейчас сирену включишь? Посигналить хотел, блин. У меня такое чувство, что этот фургон его преследует. He's gone left there, you see? Он свернул. Да я вижу. Так. He's pulling over. Stop down the road a ways. Притормози чуть дальше. Ну. Чё, к нему на хату идём? Time to make Harvey an offer. Пора сделать Харви предложение, разузнать, что он хочет. Эй, Мэрилин, как работа? Отлично. Блин, я только заделал. Я ни хрена его даже не ударил, честное слово. He's pulling up. Park down the block. Он тормозит, паркуйся. Так, ну ладно. Как-то он ехал с Зигом и Загом. Have a word. Harvey Molina. Как работает кабельное подключение? Извините, я спешу. А вот когда ей что-нибудь нужно? М?
Ну и куда мы идем? У меня не угостишь, Харви? Кто ты такой? Тот, кто тебе нужен. Я дам тебе деньжат, все, что ты должен сделать, взять отпуск на некоторое время. Я работаю на двух работах, мужик. Отпуск. Хочешь пиво? Нет, только вот эти комбинзоны. Да, и твой пропуск. Он тут. Слушай, Харви, может, это и лишнее, но я скажу. Если станешь играть, мне придется делать, что мне не нравится. Не скучай. Короче, денег я ему почему-то не заплатил, ну ладно. Так. Блин, машины-то такие хорошие. Да ё-моё, давай, садись в машину. Блин. Ну, короче, уборщику дали денег, чтобы он только отпуск взял. Successful? Oh, yeah. Успешно? О, да. Ну, зато жив остался. Да. До швейной фабрики. Давай. That was easy. Guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. Нападение, блин, на ЦРУ готовим, да, значит? What do we need him for? Проще одного Козлину загасить. What information? The plans to the office. И тогда наши дела сами потеряются. Потому что их предоставить будет некому. Palin, take a hard copy. Sounds complicated. Че, you sure you need не these полиция, plans? Да? Yeah, you, if I'm gonna find a way to bypass a couple of $100 million worth of government security. Вот, у меня машина целая. They blew that much. Government contracts, license to steal. Wow. We are in the wrong business. Так аккуратненько no, я езжу. We've just taken the wrong contracts. Выхлестнул его туда. О, он уже здесь. Как удачно. He's already here. Ну-ка, с дороги, Калич. А я вперед. Кто последний, тот обезьяна. Офис. Я вперед. Что случилось, Стив? Сука, Хэнс. Ясное дело, Стив, сука, Хэнс. Кто ж еще-то? Ну не скажи. Есть варианты. Или его семья, или Стив. Да, всегда кто-нибудь из них. Друзья, не к черту, семья. Я же говорил, Франклин. Да ладно. Или с тобой, или травку. По-любому под пулями ходишь. Да, спасибо. Разузнать о здании ФБР надо. Уязвимое место или подход, надеюсь, когда мне в следующий раз. Понятно. Так, ладно. А, подождите, мне вроде переодеться надо на айтишника. Точно, на айтишника вроде переодеться надо. Ладно, ну что ж. Давайте посмотрим, где этот айтишник у нас. Куда нам? Домой. Маневренность по ночному городу. Надеюсь, не так оживленно ночью-то. Доберусь без пробок. На! Ну куда еще? Конечно, только в полицейскую машину. Ну
твою мать. Заработал геморрой на ровном месте. Хотел без пробок долететь. Ну, может, я и без пробок долечу, но с приключениями это факт. Давай, давай, давай. Наяривай, гитара семиструнная. Опа. Опа, опа, опа. Да а потушеньки. Да вроде как бы убил. Давай. Убег. Вы просто недооценивайте меня. Чё, больно? Ну чё ты? Пошли нахер от моего забора. Что у нас? Где миссия начинается? Никого. Тупо одиночество. Одиночество, сволочь. Одиночество, сука. Ну хорош, хорош. Набулькал-то. Фильма. Набухался, посмотрел фильм. Ну, кстати, хорошее времяпрепровождение. О, сын пришел, у которого все деньги, да, забрал? Че он там? Слушай, прости, что я тебе эту дрянь дал. Иногда на меня находит, я просто не могу себя контролировать. У меня куча проблем. Какие у тебя проблемы нахрен? Вломи ему к козлине. Но ты должен знать, что я люблю тебя. Да, похоже на всякую слезнивую хрень. Я бы сказал, что это даже попахивает голубизной. Но это нормально, если кто-то из них мне нравится. Я почему не могу сказать, что мне нравится? Но ты ведешь себя как настоящий псих. Совершать дерьмовые поступки, и я не люблю. Ну, совершенно точно немного. Так, но я расстроен, что мы с тобой редко видимся. Ты никчемный алкаш. Знаешь что? Никто никогда не говорил мне таких приятных вещей. Что, алкаш? Ты купишь мне машину? Что? Нет, я не в том смысле, что... Так, ты купишь мне машину или... Вали нахрен. Ну, во-первых, я толстый засранец, которому ты испортил жизнь. А во-вторых, я найду работу и брошу курить всякую дрянь, тебе же этого хочется. Ну, это аргумент. Если я куплю машину, ты перестанешь заниматься херней и найдешь работу, то да. Давай, купи себе машину. Пошел нахрен. Кроме того, через пару недель я, вероятно, стану трупом. Только не умирай, ладно? Знаешь, хорошо, что мы увиделись, пап. Да. Так, короче, я его выгнал. Слушай, а как там твоя мать? О, все отлично. Нет, это неправда, она скучает. Я хочу сказать, что весь этот тантрический секс, которым он занимается, с гораздо более так лучше сложный, заботливым и страстным мужчиной, отличная штука. Какого хрена? Я просто дразню тебя. Жалкий ты ублюдок. Она злится на тебя. Боится, что ты умрешь. И хочет, чтобы ты пришел и доказал, что она тебе не безразлична. Ладно, ладно. Я понял намек. Поехали. Захватим Трейси по дороге. С Трейси тоже не все так просто. Она звезда. Ну, вроде того.
Она в порноиндустрии уже вроде уходила. Звезда эта гребаная. Так, на какой машине поедем? У меня их там две должны стоять. Хрен там две. Блин, калиткой ни разу не воспользовался, кстати. Она вообще открывается или нет? Так, ну ладно. А, да господи, тут недалеко. It's anyone's guess. Yeah, I get it. You were out of the city? Sure, you guys were gone, so I thought I'd, you know... Let's maybe not pretend it was anything to do with us. Those beast Hispanic dudes with automatic weapons куда? And blacked out windows. Это вот эти вот ублюдки тебе что-то мешают, или что? Вон он, снаружи. Так, и что за хрень? А, навалять ему. Я тут сценарий пишу. Тихо, женщина. Привет, Аманда. Фабиан, Майкл. Привет, мам. Привет, Джимми. Ну и парочка. Прямо холистическая идиллия. Наверное, сразу год на двоих. Это мой сын. Пришел заказать новый обтягивающий костюм. Эй, приятель, я тебя по-хорошему прошу общаться с моей женой поуважительнее. Тебе не следует есть мясо, она блокирует потоки энергии. Не желаю больше слышать этот бред. Кажется, один раз я тебя уже просил вежливо. Врежь ему! С удовольствием, дорогая. На, что ты делаешь? Мудак, у меня там почти все законченная работа. Это были только цветочки, братан. Is he alive? Он жив? Yeah, he's fine. Он в порядке. Listen, Amanda. Слушай, Аманда. I wanted. Я хочу. I'm meaning to say. Я должен. Знаешь, я, мам, он хочет сказать, что он старый жалкий алкоголик, который нуждается в тебе. И что заслуживаешь большего, чем модный инструктор йоги, зацикленный на своем анусе? Заткнись. Думаю, можно попробовать. Еще один шанс. На нейтральной территории, в офисе доктора Флидрера. Отлично. Давайте, все соберемся туда, привезу Трейси. Тебя встретить? Отлично. Хорошо. Эй, ты. Давай, вставай, идиот. Йога? Йога? Нет, никакой йоги. You know where your sister is, ты знаешь, right? Где твоя сестра? Да, поехали. Постой, постой, что же мы даже дозы кофеина не перехватим свиного жира? В другой раз. Вот поэтому ты толстый, блин. Свиной жир в тебе и так уже не помещается. Направляйтесь в тату-салон. Ну, кстати, татушку-то себе можно сейчас будет забабахать. Tracy's так. Getting another tattoo. No, oh god, that Laszlo guy's there. Laszlo, that asshole. Тихо, тихо, what's тихо. He want? It's Tracy that wants something. She wants to get back on Fame or Shame after you and Uncle T cut her cameo short. Well, maybe we ought to help her out with that. Maybe we ought to. Да спокойно вы. Let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabian's burst eardrum is more than okay with me. I think it's an important first step in... Блин. In, like, the direction of... Чё ты встал-то okay. Посреди дороги? Yeah, yeah, I know what you mean. Бам! Это полиция, да? Нет? Нет, не полиция. Ну куда ты? Ну, пойдем. Вот тату салон. Ну, выходи давай. Чего она там себе? С
скорпиона на анале вырезать. Мне нужно что-то такое, чтобы говорил, что я способен к насилию, но в постели мне нет равных. Так что послушай, если хочешь попасть в Эйбут, ты должна быть готова на все, даже если это все депрессивный почти что алкоголик, который ведет шоу талантов среди 40-летних женщин. Значит, ты возьмешь меня в шоу, если я тебе отсосу? Да! И тут бы еще черную помаду, малыш, любит готический стиль. Ого! Лазло! Чувак, у меня в мыслях ничего такого не было. Джимми, найди татуировщика и задержи его. Скоро Лазло потребуются некоторые косметические услуги. Тихо-тихо! Не дергайся, живописец хренов. Вот дерьмо. На! И что? Палатку тут строишь, что ли? На, нахрен! В рот мне ноги! Твою мать! Красота! А теперь избавимся от этого! Господи! А что папочка номер два скажет? Давай не будем его вовлекать в это. Давай. Come on! Да-да! Именно так. Козлина. Красота! Есть телефон с камерой или зеркало? Конечно, разобью тебе твою черепушку. Комплексное обслуживание, мать его. На. Это моя фирменная фишка, мой хвостик. Теперь мне нужен парик. Is my daughter, whatever she wants. Yeah, without sucking on your piddle stick. Look, okay, guys, давай. That was a joke. I'm a clown. Тутка, I'm a я сад, тебе сейчас падла вонючая. You're gonna put her on your show, and you're gonna Козлина. Make sure she looks good. Look, okay, I got a lot of. У меня слияние в этом городе. I mean, но черт возьми, я же не волшебник. Ты это сделаешь, чтобы она выглядела yeah. прилично и попала right, на телевидение. Все, пошли. Что? Я позвоню или еще чего, ладно? Мой хвостик. How do I look? Как я теперь выгляжу? It's not good, is it? Фигово, так ведь? Конечно, фигово. Who knew you could use a tattoo gun? It's one of those skills you pick я up. Я сказал, очень фигово. Inking your name on your cellie's ass. Давай, все садимся. Are you serious? Come on. No. Not quite. Так. А дочь села на переднее сиденье по привычке. Она всегда там сидит по одной причине. Да. Именно по той самой, по которой вы подумали. Аккуратнее, аккуратнее. Все-таки. Все-таки я еду. Hey, this was your mother's idea. Well, I guess it beats yoga. Now he beats yoga, literally, like Fabian, around the head with the laptop. Oh yeah, like wow. Тихо. Our old man released the dude's inner tranquility all over the beam machine bag. To be honest, and I know it's karmically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? Человек кричит. You're a fucking contortionist. Whoopee. I contort my junk all day long, and I don't act awesome. Worry about it. Just a little ashamed and empty inside. Overshare. Поворот будет еще не скоро. О, а я, по-моему, по этой дороге ехал, когда-то в самом начале игры. Well, I applaud you, Pop. Да уйди, еще вас не хватало мне. You're like finally like using your powers of selfishness and rage for like good, not an objective universal good, but like a subjective. Блин, на побережье мне к психологу к этому опять надо. Fuck yeah, awesome. Let's rob somebody. Давай. It, о чем вы там говорите? Я не вижу. Enough! Я за рулем, okay. Не могу отвлекаться. Внимательно, блин, вот, вот, доехал, не прогрузилось ни хрена. Аккуратненько. Аккуратненько проехал, смотрите. Я просто так сказать, ас. По вождению. На. А вот нечего было. Давай, жалкий алкоголик, да, значит?
Вообще-то он культурно время провел. Да. Мы едем туда, откуда все и начиналось. Вот так вот. По-быстрому. Пока пошли вон отсюда, собаки. Итак, мы прибыли. Майкл, дети, пойдемте внутрь. Окей. Хорошо. Никаких ссор. Аманда, привет, рад снова тебя видеть. Майкл, какая встреча. Здорово, правда? Фантастика. Давайте попозитивнее. Я позитивен, именно я-то и позитивен. Майкл, перестань. Твой сарказм — одна из причин, по которой мы расстались. Они тоже того стоят. Нет, Аманда, не трожь мое достоинство. Не буду, ведь твое достоинство трогают всякие бабы. Ты целыми днями работаешь над собой, совершенствуешься изнутри и снаружи. Но знаешь, прогресс идет охренительно медленно. Откуда тебе вообще знать, что такое прогресс, мокрушник сраный? Ох ты ж, блин, потому что ты постоянно ноешь. О, это не все время. Майкл, пожалуйста, прекрати убивать людей. Майкл, пожалуйста, прекрати подвергать опасности детей и меня. Ты убиваешь людей, а потом греешься на солнышке, пьешь и терзаешься чувством вины. Это не работа. Что ж ты не жалуешься, когда получаешь деньги в сраном банке? Посмотри правде в глаза, Аманда. Мы с тобой белая шваль. Нас только этому и учили. Майкл, у тебя нет точки зрения, тебе нужна точка опоры. Может, лучше ты у меня отсосешь? А? Впрочем, нет, сначала нам обоим надо обрести точку опоры. Какое же ты мерзкое животное! Ты совсем спятил! Ну, разумеется, я спятил нахер! А как же иначе? Тупой говнюк, давным-давно нужно было сдать тебя под замок. Попробуй. Я отправлю тебя туда же, куда всех остальных, на кладбище. Ну вот, время нашего сеанса подошло к концу. А, супер. Я считаю, сегодня мы добились определенных успехов. Мы пришли, поорали, заплатили за это деньги и все, что... А, Майкл. Надеюсь, это и так очевидно, но семейная психотерапия не для тебя. Что? В 4 раза. Ну да. Счастливо. Ну, поедешь со мной домой или что? Ну ладно, попробуем. Вот и отлично. Дети? Вернитесь в дом Майкла. А ведь помню, он вначале он выходил оттуда, этот негритенок-то подбегал к нему, который машину-то угонял. Вот отсюда, откуда-то. Вот отсюда, вот с этой, по-моему. Угонял, да. И там сейчас снова машины стоят. По крайней мере, одна из них точно. Запоминаем город-то понемножку. По крайней мере, места, в которых мы бывали. Давай. Нормально, он так взлетел. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or Dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB? That monster Trevor. There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session?
What? No. No. Jeez. Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I give it my best shot. With every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. And no more hookers or other women. Давай. Dad! Gross! You're better than that, Pop. Guys, I'm not really comfortable having this conversation. Just keep it in your pants, okay? Yeah, it's so demeaning how you treat women. Тихо, осталось немножко. Ну что-то в горле покатилось. Осталось немножко, я уже приехал. Вот и я дома. Ва, а вот моя тачка. А что вы мне тут рассказываете? А почему я ее сразу не видел? Дети, посмотрите комнаты. Если найдете трупы дешевых шлюх или Фриднеса, мы заселимся в отель Rockford Hills. Почему именно дешевых? Деньги мне позволяют и на дорогих. Воссоединение с семьей. Все? Воу! Это вообще островок, что я там делаю? Неплохо. И слава, в живых остался только я. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Давай, на ты заводи в катер.